Команда волонтеров провела субботник у мемориала «Живые камни памяти и славы» в деревне Салманово. Об этом рассказал председатель фракции партии «Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского городского округа Вячеслав Киреев. К 9 мая здесь должен быть наведен идеальный порядок, подчеркнул он. Активисты волонтерского центра «Единой России» продолжают ежедневную работу по оказанию адресной помощи нуждающимся в период пандемии коронавируса. В этот же день они навестили пенсионерку-инвалида Галину Груцко, проживающую в деревне Осоргино. По просьбе женщины добровольцы доставили ей необходимые продукты.